Приветствую вас, друзья, на канале Коллекция монет. Продолжаем обзор биметаллических монет стран мира. И сегодня на канале монета Финляндии. Номинал монеты 5 евро, год выпуска 2013. Материал монеты биметалл, центр медно-никелевый сплав, кольцо алюминиевая бронза. Гурт монеты гладкий. Отношение аверса к реверсу медальное. Вес монеты 9,8 грамма. Диаметр 27,25 мм. Толщина 2,35 мм. Отчеканена монета на монетном дворе Хельсинки-Ванта. В общем тиражом 65 тысяч экземпляров. 10 тысяч в качестве пруф из этих монет. Данная монета... Последняя заключительная серия «Исторические регионы Финляндии». Серия, которая чеканилась в период 2012-2013 год и посвящена историческим регионам Финляндии, как я уже сказал. Изображены на этих монетах здания, сооружения, которые находятся на территории этих регионов или характерны для этих регионов. Данная монета посвящена историческому региону Оланды или Оландские острова, Оландский архипелаг. И на монете изображен маяк на острове Сельскер. Построен он был в 1868 году. Был поврежден в результате бури в 1894 году, и 10 лет спустя башня была усилена стальными тросами. Высота маяка составляет 30 метров, при этом свет зажигается на высоте 44 метра. То есть то, что он стоит на скале. Свет маяка при хороших погодных условиях виден на расстоянии до 12 километров. Остров, на котором этот маяк находится, составляет всего несколько гектаров. Когда-то этот остров являлся базой для охотников на тюленей. Но на данный момент на острове нет ни одного жителя. Маяк был автоматизирован в 1949 году. До этого здесь жили хранители маяка со своими семьями, которые занимались рыболовством, разводили скот. В общем, занимались обслуживанием этого маяка. Кстати, на территории Финляндии вдоль побережья расположено всего около 50 маяков. И на данный момент все они автоматизированы. То есть работает автоматика, и людей, которые постоянно живут на этих маяках, на данный момент нет. То есть что-то вышло из строя, приезжает обслуживающий персонал, ремонтирует, запускает маяк, и все работает. Летом на этот остров проводятся экскурсионные туры, рассказывают об истории маяка. Ну и данный маяк считается одним из самых красивых маяков Балтийского моря. На монете, собственно, изображен сам маяк во время работы. Работающий, видно луч света. Надпись Suomi, Finland, Финляндия на финском и шведском языках. Знак дизайнера-художника. Буква Н. На другой стороне герб Оландов, Оландских островов. Не знаю, на конкретно этом острове есть лоси или нет, которые изображены на гербе, но вообще на Оландах лось достаточно распространенное животное. Островов там много, около 6000, даже больше, наверное, на всех Оландах. И лоси там распространены, поэтому они на гербе находятся. Здесь же номинал 5 евро, год чеканки 2013, знак дизайнера-художника,
буква Т и знак монетного двора. Хельсинки, идущий лев. Цены на данную монету начинаются от 500 рублей. И в зависимости от состояния могут быть чуть выше. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока и удачи. До новых встреч.